Разыскиваются неравнодушные и желающие помочь. Открыт благотворительный сбор мягких игрушек для детей, находящихся на длительном лечении в областной больнице. Незадолго до Нового года организаторы акции отправятся в ОКБ, чтобы порадовать маленьких пациентов концертом и подарками. От ивановцев необходима небольшая помощь. Требуются мягкие игрушки, пазлы и раскраски. Принести их можно по адресу, который вы видите на экране. Малышам хочется праздника. Мы делаем так, что Дед Мороз приходит к ним. Он обходит все палаты, нас пускают во все отделения. То есть мы заходим ко всем детям и слушаем стишки, дарим подарки. Ну, мы, естественно, наряжаемся в героев. И вот эти позитивные эмоции, эта радость, нам говорят врачи, что это даже, ну, это лучшее лекарство, потому что дети радуются. И мы слышали за эти годы такое, допустим, ребенок никогда не видел Деда Мороза или клоуна, или какой-нибудь там персонажа, и он радуется так, для него это событие просто.